Через 5 недель 100-тысячные британские войска обрушатся на южное побережье Сицилии. Но, к сожалению, нацисты в курсе наших планов. Устроим Гитлеру унизительный розыгрыш. Надо убедить немцев, что наша цель – Греция. Операция начнется в Испании. На берег выбросит труп. При нем будут секретные документы. Труп с поддельными документами? Там у фашистов агентурная сеть. Мы доставим документы прямо в руки врага. Господин премьер-министр, риск слишком велик. На кону судьба мира. План абсолютно немыслимый. Когда приступаете? Что ж, начнем с наименее сложного. Где нам взять труп? Немцы изучат нашего покойника вдоль и поперек. А ноги где? Он должен быть реальным. При нем будет письмо от жены с заверениями в любви. Отлично. У него будет твое фото. Я помогу операции. За место в штабе. А что если вскрытие покажет, что умер он не в воде? Или портфель нам вернут, а немцы так и не увидят его содержимого? Чарльз, хватит выискивать нестыковки в нашем плане. Я работаю на опережение. Успех операции зависит от того, попадут ли наши документы в руки Гитлера. Надвигающийся кошмар более чем реален. Испанцы не подпустят немцев к нашему портфелю. Мы в неведении. Если враг поджидает нас на том берегу, сама история отвратит взор от этой бойни. Меня мутит. Разделяю ваш настрой. В рассказах о войне всегда есть то, что на виду, и то, что скрыто. Ради бога, Флеминг, что вы там пишете? Шпионский роман. В скрытой войне правду оберегает дружина лжи. Ее бойцы невидимы. Молись. Ее герои невоспеты. Это наша война.